саженцы пиона древовидного Эмбелишинг, Пеня сафротикоса моранжулан, абсолютно оправдывают свой вид и его характеристику. Большой куст, достигающий 200 см, в высоту с небольшое дерево. Листья крупные и ярко-зеленые служат ажурным полотном для темно-бордовых цветов с золотой серединой. Похожие на большие розы размером 15 на 7 см, они не спеша открывают сезон цветения в июне. Через 3-4 дня куст стабильно покрывается цветами. В это время их бывает до нескольких десятков. Любоваться красотой можно в течение 2 недель. Все остальное время растение не теряет своей декоративности и продолжает украшать сад ветвями с резными листьями. Пион древовидный Эмбелишинг – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Пион прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания пиона прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает пион древовидный Эмбелишинг в месяц июнь. Интересные цветы пион могут быть до 15 см, а 7 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.